Погодка сегодня огонь прямо. Немножко ветерок холодный дует, но ничего. Чувствуется уже, скоро весна приближается. Теплеет понемногу. Решил сегодня катнуть на буране. Помощника у меня нет, поэтому хочу попробовать с квадрокоптера что-нибудь поснимать. Ну или с рук. Как что получится. Вот. Спрашивали у меня про буран. Буран у меня 28-сильный. Установлено электронное зажигание 5-проводное. Карбюратор, копия Микуни ВМ-34. Ну, естественно, китайская копия. Ну, я уже езжу сезона 3, наверное, на нем, и проблем никаких не было. Насос топливный штатный. Честно говоря, его не хватает временами. Вариатор Арктик. И гусеницы, вот из первых, которые шипованные, пошли. Точно не помню, как они называются. Такие вот. Обычными шипами, там не полярник, ничего. Балансиры покупал я в сборе. После покупки желательно их разобрать, дефектовать, потому что тоже встречается, что в подшипниках смазки мало ли. Сварка плохая. Я свои дополнительно проваривал. Вот такая история произошла. Немножко закопался, не заехал на горку. Скорее всего, дал мало разгону. Ничего, сейчас выедем тихонько. Вот. Кстати, на Арктике вот такое часто происходит. По сравнению с вариатором Safari. Safari как будто мягче работает. На Арктике прям вот чуть-чуть с газом переборщишь. Он начинает сразу копать. Но это мое мнение. Может быть, на самом деле от стиля езды все зависит. Но я стал замечать, что на Арктике буран чаще садится, чем раньше, например, на Safari. Лопату не взял, но есть топор. Тихонько сейчас отковыряю я его. У нас недавно таяло сильно, поэтому... Здесь снег очень твердый, а сверху так присыпало. Поэтому сегодня я вот езжу на буране, переваливаюсь сбоку на бок, а буран не валится почти что, потому что снизу твердо. И выехать я сейчас отсюда не могу, потому что он, ну, немножко он зад-вперед ходит, жопа упирается. Снег надо ему немножко такой вот, как бы, выезд сделать не крутой.
дома уже. Все никак не получается по-хорошему выбраться, что-нибудь поснимать. Как-нибудь надо с утра пораньше, наверное, выбираться сразу, готовиться к съемке. Очень много времени уходит на это, на все. На саму съемку, на монтаж. Вот. Ну, где-то, может быть, техника хандрит сама. Или погода. Бывает, что я вроде немножко свободен, а погода не дает ехать снимать. Ветер сильный, там снег сырой. Или вообще дождь. Постараюсь все равно что-нибудь интересное снимать и выкладывать.